120 участников в составе 50 команд из 19 субъектов Российской Федерации встретились на территории яхт-клуба в Камышине. «Луч», «Луч мини», «Луч радиал» и другие участники национальных классов в течение недели будут показывать свое мастерство. Для соревнования с судьями выставлены две гоночных протяженных дистанции, которые позволяют спортсменам хорошо отработать каждый курс. Погодные условия отлично подходят для проведения гонок на яхтах-одиночках. Всего планируется провести 12 гонок в каждом классе. На старт вышли как опытные спортсмены, так и новички. Кто будет носить гордое звание чемпиона, станет известно 19 сентября. Стоит отметить, что такие соревнования в Волгоградской области проходят впервые.